А второй внутри, я так понимаю. Твою мать. Сейчас чел должен быть мертвый уже по факту. Так, у вас точки один должен быть. И вот чел, которого я сейчас убил последним, по кому-то стрелял за забор, судя по всему. Красиво, спасибо. Прикольно, развел последнего, слышали? Сделал shift вправо, как будто хочу отбежать справа, и резко вернулся с левой стороны. Вон они по массинисту, скорее всего, стреляли по тому. Короче, можно попробовать на крышу залезть. Прочекать того массиниста. Вот этого. Там, походу, этих убивает. Но мне кажется, еще один массинист должен быть где-то вот там. Радар сработал. Угу. Он самый. Так, 62, РК1. Ну, это их друг. Не спрашивайте, как я узнал. Так, 50 килограмм, блин, скиёж. Пойдем искать тех типов.
Нихера себе. Неожиданно, профессионально. Паровоз. Кто ты еще стрелял? Кроме этого паровоза тактического. В доме, да, я слышал. Какой-то калаш был в доме. Мне кажется, это открытый и богатый. Там стекло было разбито. Если вы сейчас внимание обратили, пока я крутился на месте. Кажется, там кто-то внутри есть. Здорово. Друг дружочек, какой-то там Санек. Откуда столько русских? Так. Да вот, вот он! Блядь, серьезно? Он просто сел или лег без анимации, и все. Сука. О, эти боты. Идите народу, конечно, накосил. С гэшки. Но бот победил, бот сильнее, конечно. Вопросов нет. Сколько я убил-то? 7. Нормально. Поглощено броней, кстати, 8 всего лишь. Как я этого бота не убил? Ёптать. Ну это бот какой-то... Смотрите. 4 раза в грудь. 4 раза в левую руку. Так. Джишку, наверное, закончим на этом. Как итог, что можно про нее сказать. Это как М-ка с плохой эргономикой и неприятной отдачей. Она сильно прыгает вверх, когда стреляет. Во всем остальном, на ближней дистанции, Close Combat, в принципе, нормально. То есть, использовать можно. У меня сборка была средняя на эргономику и на отдачу. Можно собрать ее в ноль эргономики и на хорошую отдачу. Но это будет вообще кошмар лютый. Так что вот, G36, как бы ролик, собственно, готов. Сейчас будем тестировать следующий ган. Это у нас 5.45, вот это. Я так подозреваю. Ты часто палишься в ИХ, им радар. Все слишком очевидно. Эксперты в комментариях постоянно раскрывают себя. Блин, ну я даже не знаю, как они это делают, если честно. Как вообще можно, ну, спалить, что у меня есть радар? Вообще непонятно. А, подожди, Баленский, ёж. Это мы потом вырежем. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.